Привет всем любителям баскетбола! На арене Basket Hall Москва через считанные минуты стартует большое событие. Финал единой молодежной лиги ВТБ. Сражение лучших, самых талантливых баскетболистов страны. ЦСКА Юниор против Зенит-М. Как раз таки был в составе Зенит-М и два года назад. Непонятно, что это было. То ли бросок, то ли такой заброс на Рыжова вниз, но мяч до него не доходит. 5 секунд. На атаку армейцев. Абрамов попадает под локшот. Великолепная защита Зенит-М. Так много, хотя вот видим, что у Зенит-М их уже 5. За 8 минут на старт этого матча. Эван Лукай. В предыдущем эпизоде 20-115 килограмм вес. Ну и при этом 2006 года рождения. В этом сезоне стал чемпионом Нюк. Вот 22-го номера ЦСКА Юниор. 35-26. Рыжова довольно-таки жестко встречали под кольцом. Но посмотрите, какая великолепная эффективность у команд в атаке. Последние 3-4 минуты в периметре. И под кольцом был лишь Кирилл Петухов. В нужный момент включился Максим Пронин. Должен защитник Прокопенко. Решил отковать сам, попал под блокшоп. На чужой половине Евстафьев. Сверхдальний трехочковый. Егор Евстафьев. Сейчас блестящий Петухов занял позицию под кольцом. Эти два очка действительно напрашивались. Прошло Прокопенко против Пронина. 3 секунды на бросок. Михаил Нукай забивает. 60. Уже по окончании матча. Посмотрите, кто же попадет в символическую пятерку турнира. Станет самым ценным игроком. Сейчас тот момент, которого, наверное, в первую очередь ждут сами баскетболисты. Это, конечно, активно действует в защите. Сейчас, я думаю, с радостью бы старался защищаться против Егора Рыжова. А вот Кирилл Петухов со своим оппонентом не справляется. Артем Комогорцева. 10 секунд есть у Ивана Прокопенко. Идет внутрь, атакует сам Рыжов. Мяч все-таки опускается в кольцо. Получает мяч на периметре Ермаков. Неточный трехочковый. Подбор за Пронином. Мяч в корзине. Получение сражаться. Земский. Перехват у ЦСКА. Зайцев. Нет, не забивает. Неподготовленный бросок. С другой стороны, и времени-то особо не было. Зенит М. Чемпион сезона 23-24, с чем мы команду Артема Комогорцева и поздравляем. Вот они, победные эмоции.